У нас здесь появилась съемочная бригада, а все это не просто так, все это, чтобы вы точно были уверены в том, что мы абсолютно все честны. Честно. Да, нет никакого подлога, ловкости рук, мошенства, ничего этого нет, несмотря на наличие здесь Глеба. Все это можно будет увидеть в группе ВКонтакте. Еще раз я повторю, vk.com/nradio103.6, без пробелов и знаков препинания буквами латинскими. А еще Instagram nradio103.6, без пробелов и знаков препинания, тоже латиницей. Не уверен, что это в Инстаграме будет это видео. Нет, не будет, но я говорю о том, что мы все заходили. Вот Антон такой большой профессионал. У нас нет сегодня представителя магазина «Динамо Спорт». По той причине, что постоянно люди выдают лыжи. Ко всему прочему, да, устанавливают на них крепления. Я говорю сейчас не про палки, либо про лыжи. Хотя для тебя может, наверное, крепление на палки. Да. Ну и ко всему прочему, давайте напомним, что цена 1390 рублей, комплект лыжный для школьников. Комплектует лыжи полупластиковые, плюс установлены на них крепления на любую обувь. Что сапог, и тогда смотрю на Глеба, что наваленок. Антон наваленок. Ну я шучу, конечно, мужики. Лыжные палки, и все это подходит для уроков физкультуры или просто для прогулок по лесу, желательно по зимнему. По зимнему, потому что летом, если так ходить, то, конечно, будет печальненько. Ну что ж, мы перестали принимать звонки, а все, кто уже участвовал, сейчас слушают. Что же напомню. 2500 сертификат на 2500 рублей. Магазин «Динамо Спорт», Ленина 102, проспект Строителей 50А. Мы просим самую очаровательную руку радиостанции, самую обворожительную улыбку. Сначала вот давайте продемонстрируем на камеру, что здесь нет никакого подлога, что тут разные у вас имена. Ну, дорогие, прям несколько вариантов. Дорогие радиослушатели, объясню, что происходит, потому что снимают. Да, на видео, чтобы вы все были уверены. Все карточки розыгрыша. Это все здесь происходит. Запоминайте, что я сейчас говорю, чтобы вам не казалось, что это постановочное видео. Вот так вот Миша. О, как это профессионально все мешает. Идеальный перемеш. Вот, давайте еще немножко помешаем. Вот. Ну, надо сказать, что... готовит, вот чувствуется. Вы научились шебуршать, и 5 лет института шебуршания не прошло даром. Поднимайте, тяните. Счастливые вы наши. Кто же? Давайте посмотрим. У нас, вот у нас есть победительница, зовут ее Ольга, фамилию мы не будем тут сейчас называть, последние цифры 1279. Сейчас мы будем связываться с нашей победительницей. Ребят, пока а что, за игра? Постараемся. Игра называлась «Грибомания». Если нам сейчас ответят, то вот уже и победа. Грибомания. А если нам не ответят, то ну что ж, значит будем тянуть еще. Хотите посмотреть? Давайте посмотрим быстренько. Пожалуйста. Я помню эту «Грибоманию», когда все семьями, коллективами, дружными идут и набирают в лес грибов. Кто-то по осени, Побеждает тот, кто набрал больше всего самых классных грибов. Главное, чтобы они ничего...